Хей, гайс и мышмики, мы продолжаем родить игру под названием «Морская братва». В прошлой серии мы с вами, так сказать, спасли сумочку нашей девчули и нашему другу, так сказать, акуле надо наша помощь. Посмотрим, что ему надо. Йо, Оскар. Эй, как дела, брателло? Дай пять. Понял. Ты хочешь, чтобы все было по-серьезному? Ты пропустил последний платеж. Собственно, ты все платежи пропустил. Не, старик, я все понял. Вечером притащу тебе все твои раксы. Даю тебе свое честное слово, а ему ведь сам знаешь, цены нет. Нет, Оскар, деньги мне уже не нужны. Не нужны? Ну, лед. Спасибо, братан. Ладно, я погреб. Мне тут надо с одной рыбой. Ну нет. Заплатить тебе все-таки придется в виде суши. Суши? А, суши так суши, японская кухня, все такое. Погоди-ка, суши? Это же сырая рыба. Ну, плавнички, спасайте. Стойте! Тайм-аут! Остановите игру! Уф! Так, ладно, прежде чем мы продолжим, я погибну, давай объясню, как это все работает. Видишь эту здоровенную акулу? Видишь у нее на морде эту дрищу с острыми белыми штуками? Это ее пасть. А твоя задача, чтобы мне туда не попасть. Я поплыву по экрану, вот так. Когда ты увидишь стрелку, значит, я сейчас во что-нибудь врежусь. Просто отводишь меня в сторону стрелки с помощью мышек. А если ты увидишь, что этот маньяк меня сейчас проглотит, то двигай мной быстрее! Только внимательней, а то отвлечешься и меня раз и съели. Окей. Все понятно? Да. Ну, поплыли! Поплыли. Наверное. Заварю косик. Слушай, я знаю, что тебе нельзя острова. И поэтому, что я выпрыгну бутылку острова кетчупа. Дуран останется. Хватит. Воу, я дурак. Мне за тобой гоняться. Но в фильме это было последнее, когда он с нами бегал. Я тебе приготовил мой сэндвич. У себя же мытье. Я чуть нифигово, только что это цена малость того. Деньги не упали. Почему он ломает деньги, мне не дается? Тут-то все и кончится. Братья креветки. Подари-ка себе супчик из акульи хлопника. Так, ладно, пусть тебе это будет уроком. Никогда не пробуй поставить на бабки тех, кто может пролезть, куда ты не можешь. А, я вечером заплачу. Плюс Атен. Все, вот так вот. В мультфильме это уже был конец. Этот застрял, и все. А я теперь должен думать, что мне делать. То, что честно, я в душе. Ну, поехали на дело. Отстань, Оскар, меня ждет рыба покрупней. Достигни для начала хоть чуть-чуть успех, чтобы говорить с такой важной рыбой, как Сайкс. За все нужно платить, не считая бутербродов, разбросанных везде. Нужно 400... А, успеха. Ну, бутерброды везде это... А что, мне больше некуда идти? Если бы мне за танцы платили?
А сейчас мне нужно думать, где раздобыть бабки. Но только она в гонке. Только на гонках. Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Да. А, сейчас запустилось. Спортивные новости. Болельщики всех возрастов и типов дыхания собираются у экранов, чтобы следить за гонкой в канализации. Ваша задача первым достичь финишной черты. Если вы не знаете, в какую сторону плыть, следите за указателями или за более удачливыми соперниками. Удачи! Окей. Мне только что сообщили, что эти молнии действуют как ускорители. Если их коснуться, то вылетишь вперед с огромной, но не запрещенной скоростью. По-моему, стоит попробовать. Всем участникам гонки с морскими ежами разрешается использовать их против соперников, кидаясь ими. Хорошо. Вот значит, что такое ежегодный чемпионат. Сейчас будет дан старт. 3, 2, 1. Старт! Двинься, недоверок! Просто летучая рыба! Балтус, новичок вырывается вперед! Если так пойдет и дальше, то скоро мы все будем скандировать его имя! Как его там? А, точно! Оскар! Оскар! Я кликаю просто, чтобы успеть. Ух, тут просто пахнет напряжением! Хотите потерять ваши раксы? Ждите следующей гонки! Если уж устраивать гонку, так уж гонку! Плывем там же, где я плыл. Новых маршрутов не создаем. Думаешь, ты самый быстрый в Южном рифе? Тогда, если ты не кит, плати и подписывай контракт на участие. Почему ускорение не заработало? Если уж устраивать гонку, так уж гонку! Хотите потерять ваши раксы? Ждите следующей гонки! Ух, сука! Помните, во вторникам у нас гонки дам. Так, последний, третий круг. Главное ускорение взять. И вот они на финишной прямой. Ну вот, видите. Похоже, что... И у нас есть победитель. Я чисто использовал постоянно ускорение. Быстрый, яростный, желтый. Его имя – Оскар! Идите гонки. Ноль бабок. Мне ни хера не... все-таки у меня бабки забрал. 30 с чем-то. Вот она что. А взамен? А взамен гуляй. Хорошо, что я не этот тип. Так, а теперь нужно найти того челика, где он был. Бля, в натуре где он был? Так, если это не самый клёвый босс на свете? Не сейчас, Оскар. У меня и так забот полон рот. Мне надо отлучиться из города, но тут полно рыб, которые мне должны деньги. У меня есть идея. Я соберу деньги, а потом мы поговорим. И ты думаешь, что я доверю тебе тысячи и тысячи раксов? Да. Уговорил. Но только сначала ты мне поможешь. Принеси мне 50 мешков, пока время не вышло. Иначе тебе хана, понял? Рыбная котлета. Считай, уже все сделано. Мне надо собрать побольше мешков с деньгами, пока время не кончилось, а то Сайкс меня убьет.
вроде как уже плавит. Почти готово. Продолжаем. Ну, 50 же нужно собрать. Вперед! А, эти деньги тоже считаются. Я еще все собрал, все сотку. Что ж, похоже, что тут все. Что? А я что сказал? Это ж я! Ты прав, Оскар. Теперь расскажи мне об этом коньке. Удачный день! И о спорте. Неожиданное поражение лидера дерби. Гордость ранчо Дэви Джонса, морской конек по имени Удачный день, шедший на 7 корпусов впереди, споткнулся и упал на финишной прямой. Официальные лица отрицают наличие мошенничества. Пресс-секретарь ихтиодрома Брилла МакГиллокоти заявил: «Большое дело, мало ли кто споткнулся!» Тем временем болельщики, делавшие ставки на фаворита гонок и потерявшие уйму денег, огорчены. «Вот и Оскар! Моллюск ты гнусный, креветка дохлая!» Нарастающее напряжение грозит вылиться в беспорядки. Один из проигравших уже был избит до потери сознания парой медуз. Как сообщается, его впоследствии утащили из города на пустырь. До сих пор не ясно, было ли нарушение правил гонки. Да он сам виноват! Ладно вам, ребята, я же в деньгах спец. Можете Сайксу так и сказать, я их скоро достану. Между нами он не такой дурак. Поздно трепыхаться, дружок. Мы с тобой плывем повеселиться. Нет, ну если хотите по-плохому, то давайте по-плохому. Да я мастер стиля вопящей креветки. Я! Я! Вам лучше не спрашивать, что за прием «Могучий водоворот». Мне самому-то страшно об этом думать. Ха-ха! Вот правильно, ребята, я никому не хочу делать больно. Я вообще очень добрый на самом деле. Да. Наверное, я другой, Фрэнки. Я просто не люблю есть рыбу. Так как же с тебя акулу-то сделать, а? Мы рыбу едим. Вот что мы делаем, Пал. Рыбу! Чё там? Ну и кто тут теперь главный? Он как будто утопленник, который топит. Может, поможете мне развязаться? Мафиозники. Всё такое? Глянь, Лени, обед на блюдечке! Ну чё, справишься? Хоть раз папу порадуешь? Конечно, Фрэнки. Как скажешь. Ну, сейчас вернусь в город, зайду за зарплатой. А, стойте! У меня же нет работы, и квартиры нет, и я связан, и я на пустыре. Мне необходимо успокоиться. Акула! Нет, нет, не бойся, я не буду тебя есть. Тогда я его съем. А, я понял. Смотреть не могу. Не надо мне жрать. Ой. Слишком поздно, Фрэнки, а вдруг он зараз? Нихера себе. Он меня сожрать точно хочет.
Вы знаете, как центр тяжко найти? Видел, Лен? Вот что значит быть акулой! Молодец, Фрэнк! Серьезно, Фрэнк, а вдруг он заразный? Тихо. Смотри, блин. Главное уворачиваться. Помню, я тут часто умирал. Долго еще плыть. Да притормози ты, безмозглый. Я тебе больно не сделаю. Все будет совершенно безболезненно. Фрэнки, Фрэнки, скажи что-нибудь, Фрэнки. Ленни, ты такой тупой. Что же я наделал? Папа меня убьет. А ихний папа уже там сидит в этом. Да, вот так-то. В железяке. Хотел меня слопать. Не знал, видать, с кем связался, да? Я тебе показал. Меня никто не съест без моего разрешения. И дважды эту ошибку не повторяют. Потому что я типа как хрясь бацкия, а он типа не только не кия, а я ему, а как насчет бабах? Ага, все приветствуем Оскара Античелюсть! Пойдите, здесь ужасно. Нихера. Добрый день, это Кэти Кайл. И я веду репортаж с места, где рыба по имени Оскар только что победила в рукопашной схватке акулу. Да-да, большую белую акулу. Оскар, все рыбы в городе зовут вас античелюстью. Как вы к этому относитесь? Видите ли, Кэти, я ведь грозный, очень грозный, и акулы меня боятся как огня. Как же меня еще звать? Вам было страшно? Страшно? Хорошая шутка, Кэти. Акула даже не поняла, что случилось. Я типа как, хочешь меня схавать? Ну, греби сюда, сейчас я тебя накормлю. Как красноречиво. Но вернемся к акулам. Думали ли вы, что отец жертвы, Дон Лина, со своей армией кровожадных гангстеров захочет отомстить? Отец Лина? Тот самый? Самый главный мафиози во всем Южном Риге? Знаете что? Что-то тут где-то акулой запахло. Мне надо отлучиться, надавать ей пинков. До скорого! Вы только что видели Оскара Античелюсть. Именно он бросил вызов Дону Лина и его банде. Это был сын Лина. Теперь все акулы на свете будут за мной гоняться. Мне надо залечь на дно. Уф, тут где-то были неплохие водоросли. То, что доктор прописал, может, за этими воротами? Ну-ка, если дернуть этот рубильник. Так, если не ошибаюсь, это как раз... Давайте сделаем таким образом. Я сейчас на этом остановлюсь. Если коротко, я их объединю, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.